В Москве у жителей домов около Бутырского следственного изолятора почти каждый день начинается с песен. И не обязательно из тех, которые им нравятся. Более того, их даже никто не спрашивает, хотят они слушать эти композиции или нет. И надо сказать, дискотека стартует почти каждый день и длится с 8 до 9 утра. Бывает, затягиваются и до поздней ночи. Местные уже писали жалобы в Роспотребнадзор. Но концерты до сих пор продолжаются. Наш корреспондент Роман Плешаков решил найти, так сказать, тюремного диджея, ответственного за репертуар, и узнать вообще, для чего включают музыку. Вот что из этого вышло. Утро тех, кто живет напротив Бутырского следственного изолятора, всегда начинается по-разному. То с тяжелого рока, то с новостей или рекламы. Ну, рекламка пошла, кухня предлагает. Но чаще жителям предлагают насладиться популярной музыкой. Репертуар разнообразный, начиная от творений молодых современных исполнителей до композиций от звезд мировой эстрады. От Валерия Меланзе до, не знаю, до Пинк. Вот вчера с утра Пинк играла. Начинается тюремная дискотека обычно с 8-9 часов утра. В это время у заключенных по распорядку проверка и сборы на прогулку. Часть местных жителей считает радио способ поддержания дисциплины, чтобы арестанты не переговаривались и не срывали построение. Другие предполагают зажигательные песни ради хорошего настроения. А некоторые уверены, так сотрудники режимного объекта развлекают сами себя. Время без 5-9 утра. Бутырка напротив жилые дома, многоэтажки. Сейчас на территории сезона все включили музыку. Динамик старый, хрипит. Мелодию разобрать сложно, даже если песня известная. Поэтому сейчас попытаемся понять, что за трек играет с помощью специальной программы. Показал Синг Трэвис. Рок сменяет шансон. Что включат следующим, не угадаешь. Музыку тюремный диджей подбирает на свой вкус, и он не всегда совпадает с предпочтениями жителей. И шансон, и рок, и металл. Мы сейчас уже с другой стороны СИЗО. Здесь создается эхо, и радио слышно отчетливее. Сейчас заключенным включили новости. Мы попытались найти человека, который здесь отвечает за музыку. Местные жители хотят, чтобы сменили немножко репертуар. Может быть, там любое поставить, а то какие-то все время то тяжелый это радио, рок. Это включает у них радио, они должны прослушать радио. А как-то потише, может быть, это? Или другой репертуар вот жить? Потише, потом заключенный жалуется. Местные жители уверяют, обращались в Роспотребнадзор и в УФСИН, но концерты продолжаются, иногда затягиваются до позднего вечера. Живем как в пионерском лагере, так? Значит, ну, там люди приехали отдохнуть на какое-то время, дети, да? А мы тут, что называется, постоянно. Сейчас тем более теплее, так, ну, открыл, так это вообще, вот сейчас я открыл, там вся передача, там что по радио и так далее, и музыка эта бесконечная. Мы находимся здесь уже несколько часов, замерили уровень шума, он в норме от 30 до 50 децибелов. То есть все законно, но если честно, даже за эти несколько часов музыка нам порядком поднадоела. Местным жителям действительно сложно, но выхода у них практически нет, если только в УФСИН не пойдут им на уступки и, наконец, не прекратят громкие вечеринки. Так уже было несколько лет назад. После жалоб жителей музыка на время затихла, но вскоре заиграла снова. Ответственность у нас предусмотрена только лишь за то, если вы шумите с 11 вечера и до 7 утра. Если в этот временной период вы не шумите, то никакой ответственности за это нет, и, соответственно, никаких мер принять невозможно. Единственная надежда местных, что СИЗО, как и обещали, закроют и перенесут на другое место. Но тогда тюремными вечеринками будут наслаждаться жители уже другого района.